такое белорусское противостояние тренеров. Ну и обслуживать сегодняшнюю встречу, это не претензии ему, просто так отскочил к нему. Мог бы убежать от всех троих. Жуау Зинью быстрее всех. А здесь Миранчук, выход 1-1, надо забивать! 1-0! Алексей Миранчук, молодое дарование Локомотива, сегодня оказывающееся в стартовом составе, реализует первый же момент, который создает его команда. Очень похожий эпизод был только что у Жуау Зинью, да? А здесь вот прошло, здесь здорово сыграл на фланге Шишуков, хорошая передача на Павлюченко, и тот, как здорово оставляет мяч, даже не пяткой, а подошвой, Алексей Миранчук, он входит в штрафную, и над голкипером отправляет мяч в ворота. 1-0, красиво забивает Локомотив. Быстрый гол, фактор быстрого гола всегда имеет важное значение, не всегда положительное, но тем не менее. 1-0. Локомотив выходит вперед усилиями Шишукова, Павлюченко, ну и забившего этот мяч Алексея Миранчука. 7-я минута встречи.